Резиновые сапоги теперь на самом видном месте, как говорят хозяева дома, чтобы всегда были под рукой. В доме большой семьи Мальцевых теперь это самая востребованная вещь. А еще деревянные пеньки, на которые в случае потопа ставится вся дорогостоящая техника. Мальцевы впервые столкнулись со стихией в доме еще 4 года назад. С тех пор каждое лето как испытание. Спустя час вода прибывает. Сейчас вроде тормознулась. Надеюсь, будет уходить. Но полы уже все. Обильные осадки, забитые ливневки, как следствие прибывающая в дом вода. А после устранения последствий. И уже кажется, что борьба с регулярными потопами превратилась в обычную домашнюю рутину. Ведь каждый год с приходом июньских дождей ситуация повторяется. За домом соседей проходит ручей. Лет 15 назад он даже в Яндекс.Картах назывался как исток реки Чаченко. Чагинка еще она тогда называлась. Застраивали, подзасыпали, подзакладывали, но при всем при этом было достаточно мест для протока. Овраг за первым просеком у реки, поясняет Константин Мальцев, служил водоотводом. Однако его засыпали, положили трубы меньшего калибра. Это и есть основная причина потопов, говорит местный житель. Вода идет. Она набирается сначала за проспектом Революции. 4 дома топит. Они тонут, воде некуда идти. Она начинает набираться с нашей стороны. И вот здесь вот как раз из ливневой канализации вода вся приходит. Вот, это вот уровень вчерашней воды. А так уровень, вот смотрите сами, вот он кирпич и вся вода в доме. Проблемы жителей Немчиновки будто не замечают. Многочисленные обращения в разные инстанции результатов не дали. Пока люди вынуждены самостоятельно сооружать заслоны, прочищать их и держать ситуацию на контроле. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».